Дядя Степа и Дед Мороз в одном лице. Ежегодно линейный отдел полиции на транспорте проводит всероссийскую благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз». В четверг сказочный волшебник пришел на праздник к воспитанникам Ивановского дома малютки. Здесь живут и воспитываются 126 детей в возрасте до 4 лет, оставшиеся без попечения родителей. Ежегодно поздравляем дом малютки или Ивановский специализированный дом ребенка. Приезжаем сюда с поздравлениями Деду Морозу и Снегурочке. Делаем это уже не первый год. Дедушка Мороз и Снегурочка в гости к детям приехали не одни. Ученики 35-й школы приготовили для малышей творческий сюрприз. Спели и станцевали для них. Привезли школьники и другие подарки для совсем маленьких воспитанников дома. Маленьким детишкам нужны памперсы, одежда, всякие салфетки, крема. Мы собирали всей школы, мы очень рады подарить подарки. Дед Мороз тоже не оставил малюток без подарков. Девочкам вручил кукол, мальчикам – машинки. Танцы, стихи, хороводы, подарки. Малыши ждали этого дня с нетерпением. Но и для визитеров он стал особенным. Такой уж это праздник, Новый год. Заставляет верить в чудеса и детей, и взрослых. Елочка, дедушки рассказывают. Вот дедушки. Красивая. Наталья Гутарина, РТВ Иваново.